нам очень рад находиться сегодня у вас в гостях. До выборов у нас осталась ровно неделя. Я готов отчитаться о своей работе как премьер города. Я уверен, готов отчитаться и мои коллеги. Пусть расскажут о ней, что сделали за 4 года. Потому что партии, которые идут на выборы, которые я вижу последние 10 лет, они идут к людям, обещают и уже знают, что сказать через 4 года, почему ничего не получилось. Вот уже дома. Некоторые себе участки призвали, кто-то за государственные деньги купил квартиры, кто-то за государственные деньги купил машины и так далее. Дайте мне 6-7 месяцев на ревизию. Я остаюсь на позиции, что стране нужен ревизор, завхоз и для этих негодяев хирург. И для всех нормальных людей буду хорошим человеком, а для тех, кто покупали, в том числе у вас в Рыжканах, квартиру за бюджетные деньги, я буду самым большим кошмаром в истории их жизни. Спасибо, Рыжканы, всем хорошего дня. Мы поехали дальше работать. Спасибо.